В 300 миллионов долларов обойдется строительство первой платной трассы Киев-Белая Церковь. Об этом сообщил представитель госавтодора Украины Александр Кава. Он отметил, что затраты эти лягут на плечи инвесторов. Платная дорога подразумевает договор со спонсором. Но бесплатное шоссе в Белую Церковь будет работать как и раньше. А вот о сроках начала этого строительства в госавтодоре пока говорят неохотно. Лишь отмечают, что планируют начать в 2019 году.